В очередной серии Лена следит за тем, как Катю ведут по коридору в дальнюю палату, а Мина проведывает Ильяса, у того сломана рука. Сын признается ей, что хочет обратно домой. Лена слышит, как врач и медсестра обсуждают, на какие органы Кате поступил заказ. Около окна палаты Ильяса стоит Амина. Ее окликает Юнус, который намекает ей, что ему не нужен человек, которому он не может доверять. Лена и Кате удается обсудить ситуацию, девушки решают бежать. Но медсестра уводит Катю. В кабинете УЗИ Катя, лежа на кушетке, разглядывает на потолке датчик пожарной сигнализации. Хитростью ей удается украсть зажигалку у врача.